Привет, и это Шара Летсплей. С момента первого выпуска Шара Летсплеев прошло уже около 4 месяцев. За это время мы проанализировали ваши желания, исправили все недочеты и впредь будем делать контент еще лучше и интереснее. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на обновления, которые появились у нас во вторник. Что ж, приступим. Наконец-то к нам приплыли пираты, и на сей раз из Грузии. За прохождение всех заданий в трюме мы получаем в подарок белую папаху на смешариках. Вот так, кстати, она выглядит. А по традиции пираты привезли нам новые подарки. Мы можем получить кувшин, фон Грузия, черную папаху на смешарика, белую чаху, худи и домик из Грузии. И не забываем про наряды. Помимо обычных пиратских вещей, мы можем получить черную чаху и женское платье. Вот так, кстати, они выглядят. А после пиратских покатушек можно отправиться на главную площадь и победить злобырей, которые нам дарят крутой спутник. Выглядит он, кстати, вот так. Ну а если вы хотите себе крутого робота, то отправляйтесь скорее собирать крутую коллекцию спутников-трансформеров. На выбор нам дается повар Бигфут, тренер Хват, стилист Стелла, админ Фикс Фокс и самый главный подарок это доктор Чарли. Ах да, об этой коллекции на нашем канале есть выпуск о каждом роботе, советуем посмотреть. А после покупки крутой коллекции роботов-трансформеров вы можете порадовать себя необычным зверьком. Знакомьтесь, Чоколка. Этот необычный малыш будет отличным спутником по жизни. Он всегда будет рядом с вами. И с ним никогда не будет скучно. Получить его вы можете в подарок Шрером карте на 30 дней. Но только поторопитесь, ведь акция продлится лишь до 28 февраля. И не забывайте играть в Царь Горы. А на этот раз мы можем получить бонзай в домик, амулет рыбы, тапочки панда. А главным призом стал клуб баскетбол. Выглядит, кстати, он вот так. А шоу, которое идет к нему, звучит так. А еще в игре не так давно появились обложки. Это абсолютно новый способ украсить свою личную карточку смешарика. Уже сейчас каждый игрок может ее получить. Для этого приглашайте друзей в игру и не забывайте попросить их ввести ваш ник при регистрации. Когда кто-то из них купит впервые Шрером карту, вы получите 1 балл. Как только вы наберете 10 баллов, вы получите обложку. Кстати, найти их и изменить на другие можно в разделе обложки в вашей личной карточке. Более подробную информацию можно найти в личном кабинете. Вот такие нововведения появились в игре. А если вам нравится такой формат видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Дальше интереснее. Увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока!